Я хочу поблагодарить Центр христианских ресурсов за эту возможность, которую она дала нам всем побывать на этом замечательном семинаре. И спасибо за выбранную тему «Апологетика», которая, мне кажется, стала забываться нами, и она нам крайне необходима, особенно когда мы благовествуем и общаемся с людьми, ищущими Бога, но притыкающимися о научном мировоззрении, думающими, что Библия как-то противоречит научной точке зрения и взгляду на мир. Вот поэтому спасибо нашему замечательному и педагогу нашему, профессору и организаторам этой встречи. Дай Бог, чтобы их было больше.